Добрый день, уважаемые интересующиеся, их родители, все, кто зашел посмотреть на этот сайт. Я надеюсь, это наши будущие друзья, коллеги, соратники и единомышленники. Я хотела бы немножко буквально рассказать вам об одном из интереснейших направлений Московского государственного лингвистического университета, который называется информационно-аналитическая деятельность или еще второе название — библиотечно-информационная деятельность. Но прежде чем я начну рассказывать, как тут здорово, я бы хотела зачитать несколько строк. Я буду подглядывать. «Я мысленно вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, и тех, кого уж нет. Но чья для нас не умерла химера, и бьется сердце, взятое в их плен. Бодлера Лик, нормандский Ус Флабера, скептичный Франц, святой Сатир Верлен, кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры. Их лица терпкие и черткие фигуры, глядят со стен и спят в софьянах книг. Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик». А вот теперь... Давайте подумаем. Вот эти перечисленные фамилии – это стихотворение Максимилиана Волошина, посвященное своим собратьям по перу, литераторам, тем, кто двигали нашу цивилизацию, тем, кто запечатлел ее результаты, и те вершины, которых мы достигли, ну и те пропасти, которые мы тоже достигли в своем развитии. Все это сохранено человечеством, все это зафиксировано, все, и оно прирастает, и прирастает под... буквально по экспоненте. Мы все с вами живем сейчас в громадном информационном мире. Но как в нем жить? Как уметь работать с информацией? Как понимать ее смысл, ее ритм, ее бунт, ее крик, ее позыв, ее призывы? Вот этим занимается в том числе и наша кафедра. Этим занимается весь институт, потому что язык – это текст, а текст – это документ, а документ – это смысл. И мы все здесь работаем со смыслом. И я приглашаю вас вдуматься в эти слова, вдуматься в то, в чем мы живем, научиться с этим работать, научиться систематизировать это, научиться понимать, научиться отличать плохое от хорошего, нужное от ненужного. Это умеют делать многие люди на Земле, и многие из них имеют дипломы и библиотекарей, и библиографов. Это великие специальности, это великие... направления, которые сейчас отходят от своего стереотипного состояния хранителя пыльных томов. И, кстати, пыль томов – это очень интересная с биологической точки зрения штука. Но сейчас эти люди работают именно с информацией и ориентируют людей в том безбрежном море, в котором мы сейчас находимся. Не знаю, знаете ли вы, но, например, руководители компании Google на работу брали именно библиотекарей. Поисковая система Google считается лучшей в мире. Принципиально брали выпускников таких факультетов. Выпускники библиотечных школ в мире работают в военных ведомствах. Работают со сложными данными в дата-центрах, работают в разведке и во многих других местах, которые, казалось бы, совсем не связаны с тем, что мы представляем. Наша кафедра готовит выпускников, которые умеют не только находить информацию, но и анализировать ее смысл и доносить его до других. И я надеюсь, что, выбрав эту специальность, вы познакомитесь с безбрежным морем не только документов, тех, которые сейчас находятся и в сети, и в накопленных хранилищах, которые раскиданы по всему миру, но и научиться понимать, что стоит за каждым словом, что стоит за каждой мыслью, какую мысль хотели донести, а может быть, наоборот, не хотели, а мы должны ее найти. И если вы хотите почувствовать себя Алисой, которая вслед за белым кроликом падает в бесконечную нору, то я искренне приглашаю вас на нашу кафедру, на наше направление. И я надеюсь, то время, которое мы проведем вместе с вами, будет незабываемым и очень интересным. Я вас очень жду и будем рады встрече. Спасибо.